Ну, что я делать, сама ничего страшного. Русского для иностранцев. И, в общем, французский у меня, шведский, 5 лет в Швеции жила. К английскому шла очень тяжело. Сама мастер, в общем, изучала самостоятельно. И вот я хочу поблагодарить вас за ваш метод. Вот это здание, этих людей. И я полюбила английский. И вы знаете, я очень много путешествую. Меня раньше не выпускали почему-то, хотя я с иностранцами работала. И английский я так боялась. И вот я полгода только about my traveling, лакшери. Вот я проходила, мне тяжело было с 10 до 2, потому что я директор еще колледжа. Пришла с комплексом. Думаю, все молодые. А я-то. Но вы знаете, такие воспоминания у меня хорошие. И я так осмелела. И уже поняли, что вы молодая, наконец? Да. Ну, то-то. Мы все молодые, других не держим. Спасибо, до свидания.